Так, всем щербет, дорогие друзья. Я помню, когда мы были маленькими детьми и играли всякими солдатиками и монстрами, то почему-то американский пулемет, вот этот многоствольный миниган, называли вулканчик. Вулканчик. Вот и у нас здесь есть вулкан и вулканчик. Большой и маленький. Ну, собственно, сок вулкан сегодня у нас на обзоре в моих кривых загребущих руках. Успел я уже залапать клинки. Вот. Ну, что ж поделаешь, скажем так. Давайте посмотрим, что они себя представляют, эти два ножичка. Вулкан и вулканчик. И как бы поговорим про какой-то один, потому что они, в принципе, одинаковые, если не брать в расчет их размер. Пластиковая ручка здесь. Это не кротон, не резина, пластик какой-то, не резина, пластиковая ручка. Такое вот внушительное темлячное отверстие. И болтики, которые с одной стороны у нас такие зализанные, да, прячутся полностью утопленные в ручку, в рукоять. А с другой стороны их, в принципе, можно подтянуть. Фирменный соговский арклок. То есть усовершенствованный аксис, да, который находится под углом, мы видим вот так вот вверх. Камера не хочет фокусировать ничего. Ну давай, что ж ты. О, мы видим, да, что если аксис находится ровно вот так вот горизонтально, то арк как бы поднимается вверх, тем самым исключая различные срабатывания ненужные. Хотя какие могли быть срабатывания в аксисе, мне тоже не совсем понятно. Но здесь как бы еще более надежный замок. Тут он вообще вот просвещается насквозь. Не будет застревать там колбаса и кукуруза. Лайнерами это все дело дублировано. Никаких выштамповок там нет. А, твой бабушка рот делал. Камера, что ты... Что-то не хочет фокусировать совсем. В общем, форма клинка очень прикольная. Особенно вот эта вот часть. Мне нравятся вот эти вот отверстия. И, конечно, непонятно, для чего они сделаны. Но это просто дизайнерский, скорее всего, ход. Потому что так, в принципе, больше никакого предназначения я не вижу. Понятно, если мы берем своей мацалкой, то... Большой палец очень удобно вот сюда вот упирается, в этот горбик, да? То есть вот такой фехтовальный хват очень удобный на данном ноже. Хотя немножко начинает упираться клипса в руку. Ну так, не критично. Вообще прикольно. В руке лежит класс. Просто четко. Ну, малыша давайте возьмем. Ну, малыш, в принципе, тоже норм. Хотя на малыше более клипса уже чувствительно начинает давить. Так, сок вулкан. VG-10, но кто бы сомневался. Изготовлен в Японии. Нож не дешевый, в принципе. Стоит там порядка, по-моему, $200 или сколько-то плюс-минус. Ну, маленький, чуть дешевле. Не суть. Я, конечно, вот, даже, мне кажется, если бы выбирал, наверное, вот этот бы выбрал, который мини-вулкан, потому что он как-то вот более изящно как-то смотрится. Но это лично мое мнение. Вот толщина обуха у нас здесь. Может быть, 3 миллиметра. И вот что интересно, помните, когда-то я ругал вот этот вот шпинек, такой выступающий, зализанный, ругал я его на ноже SOG Tomcat 3.0. SOG Tomcat 3.0 у нас был с доводчиком, и чтобы его открыть, нужно было нормально так поднадавить, чтобы пружину в действие привести. То есть здесь как бы нет никакой пружины, и еще вот такая подпальцевая выборка, тут вообще он просто... Ну, в данном случае у этого ножа зачетное абсолютно открывание, зачетный флип и очень удобный вот этот шпинек. Давайте попробуем за плавничок открыть. А, что-то... Твой бабушка рот, черт попьяри. Такое, что, ну, какой-то маловато. Вот посмотрите, тут насечка вроде есть. Но он очень-очень уж такой вот еле торчащий. То есть с доводом руки без проблем. Давайте без довода попробуем. Я сейчас встану правильно. То есть вообще, да?
А-а. То есть, как бы мы ни старались, вот у меня сейчас удобное положение руки. Я специально стал, как вот не нажимаю резко и быстро, все равно довести рукой чуть-чуть нужно, поэтому... Поэтому вот так вот, второпластовые шайбочки беленькие вы видите. Ну, стоит сказать, что, ну, давайте еще малыша попробуем. Ну, малыша вообще, смотрите, приходится конкретно рукой доводить. Ну, понятно, клинок более легкий, да? Ну, прикольно, в принципе, на уровне Санренму, шучу. Ну, Санренму, кстати, ничуть не хуже это дело все делает. Я показывал видео, да, как флипуют эти китайские ножики. Клипса, по идее, должна быть очень удобной. Она легко отгибается. То есть, и вот здесь вот прикольно так, ну, большое расстояние, то есть должна быть удобной, в принципе. Вот такие ножички. Как я уже говорил, в фирме SOK есть противоречивые модели. Есть классные, есть, ну, непонятные для меня. Вот это, в принципе, нож мне нравится. То есть я бы его купил бы себе. Если бы у меня было столько денег, я бы не был нищебродом, вот, то я бы его себе однозначно бы взял. Ну, нож очень приятный, нож харизматичный. У него есть дизайн такой узнаваемый, да, свой некий. Ну, сталька, опять же, хорошая. Вот такие вот дела. Говорите и пишите, что вы думаете, и думаете, что вы пишете по поводу ножей SOK Vulcan. Я понимаю, что это достаточно популярная серия, всем давно известная. Вот. А с вами был еще разок. Увидимся. Пока.